Как тебе этика добродетели? Много раз говорил, что я сторонник этики добродетели. Единственное, что ну, этика добродетели – это моя позиция в области нормативной этики. В области метаэтики я ну, моральный нигилист. Да, так бывает. Сколько добрых дел в жизни ты сделал? Минус 5? Поясни за этику добродетели, я за 3,5 года так нихуя не понял про нее. Ну как, этика добродетели, она не про действие, а про свойства личности. Все. Все, вот есть две разновидности нормативной этики. Этика добродетели, этика действий. Этика действий делится на этику долга, да, ну, например, Канта, и на этику последствий. Ну, например, Миля, да, утилитаризм. Вот. Если вкратце, то вот так вот. Так выглядит нормативная этика в целом.